еще бы Тайлера Вон, и там и братьев Фу поддерживали бы еще ребята из третьего, четвертого сочетания. И вообще была бы сказка. Морозов будет 1-1. Бросок 5-0. Это Иван Морозов. Это третий гол для него в нынешнем чемпионате. Много про него говорили, что где-то там, может быть, ну, стал не всегда, скажем так, попадать в состав команды, играть в высшей хоккейной лиге. Но недавно случилась амнистия. Морозов вышел и забил. Ну и вот сейчас еще одну он отправляет в ворота соперника.